Профсоюзная организация завода «Полимер» подвела итоги конкурса «Красота и уют на работе нас ждут». Комиссия оценивала порядок и чистоту на объектах, благоустройство территории, необычные творческие решения подразделений участников. В итоге гран-при конкурса отдали товарно-сырьевой базе. Учащиеся 10-11 классов школ и 1-2 курсов колледжей могут поучаствовать в городском литературном конкурсе к 140-летию со дня рождения Якуба Колоса. Конкурсантам нужно написать эссе на одну из 5 предложенных тем. Далее учебное заведение отбирает одно лучшее и до 10 октября отправляет в музей Новополоцка. Победители назовут 30 октября. Выставка фотографий Василия Белякова заработала в Полском природно-экологическом музее. На снимках запечатлены камни, которые автор нашел в разных уголках области. Все фотографии без цифровой обработки. Познакомиться с творчеством фотографа можно до 23 октября. Набор в творческие коллективы проводит Центр ремесел традиционной культуры Новополоцка. Кроме того, можно записаться в кружки ручной лепки из глины, ткачества, операторского мастерства, театральные куклы. Проводят учреждения и мастер-классы. Все подробности по телефону 50 32 82.